пока я бегаю, я не придаю никакой медали от какого-то особого значения. Для меня это, да, выиграл, молодец, есть другие старты, которые тоже надо выигрывать. Но все-таки олимпийская медаль для меня это тогда была, наверное, такая мечта, можно сказать. Вот она сбылась, мечта. Да, могу себя назвать счастливым человеком. Сравнивать этот сезон с предыдущим, то это, конечно, небо и земля. То есть в этом году у меня было 30 стартов. Я нигде не сидел, то есть постоянно стартовал, пытался себя реализовывать. Где-то хорошо, где-то более-менее удачно. Ну и в целом, если взять по достижениям на главных стартах в этом сезоне, то можно сказать, его очень успешно. Наверное, самый ценный мой подарок – это дочка моя. Ей, конечно, интереснее мультики, но когда я говорю, что там где-то папа, она пытается искать. Возникает интерес. Но она болеет, да, радуется, там, может сказать «ура», похлопать там в ладоши. Ну, пока я это вижу редко, иногда, если жена отправляет видео. Не могу сказать, с каким энтузиазмом она смотрит все эти гонки. Парни такие, ну, тоже друг друга пытаются настраивать, спрашивают там, ну, парни, олимпиада, там, готовы бежать, все. Я сидел, смотрел на них, так общался, потом просто уже, когда надо было выходить, я говорю, парни, не знаю, как вы, я пошел за золотом. Они на меня, конечно, так посмотрели, что очень самоуверенный парень пошел у нас на первый этап. Ну, я себя так настроил. Я только понимал, какой рельеф трассы, и я понимал, что стоя на старте, я просчитывал до сих пор, как мне надо сориентироваться в толпе, чтобы пройти первый крутой поворот. Потому что на этой олимпиаде очень много людей там падало, спортсменов. И я понимал, что эстафета может закончиться уже не начавшись. Кричали, наверное, все остальные. Мы еще не понимали, что мы сделали. Все подбегали, там радовались, куча звонков, поздравлений опять же. И чемпионы Олимпийских игр! Команда Российской Федерации! Да нет, я, наверное, ни о чем уже не думал. Просто эмоционально был истощен. Я понимал, что сейчас все это закончится, и хочется просто прийти в номер и пока прилечь, полежать. В спокойствии, потому что такой бурный выплеск эмоций, уже организм начинает так немножко грустить. Я не ожидал, что будет такого вес медали. А пока я приезжаю домой, я дал дочке там поиграть медаль, поиграл, повешали ее на гвоздик в шкафу, и пускай она там висит. Будет время, я буду их рассматривать, что-то вспоминать. А сейчас мне не до этого. Сейчас стоят совершенно другие задачи.